Всем доброго времени суток. Сегодня 27 декабря, канал Изимани. В данном ролике хочу уточнить, раскрыть тему по поводу отзывов. Как себе это вижу. И много часто по этому поводу задают вопросов. Ну и вообще общаемся, как бы хотел давно вот подытожить мое видение в данный момент. Потому что ситуация постоянно меняется, информация постоянно меняется, правила игры постоянно меняются. Но перед этим хотел бы пригласить всех в группу вот в эту Facebook. Здесь я сделал небольшие изменения. Систематизировал, потому что как я боролся с постоянной вот этой вот лентой. Просто добавлял сюда описание. Добавил несколько групп тематических. Но на днях сделал все-таки таблицу наконец-то. И в таблице постарался максимально, насколько возможно, собрать всю информацию. У кого есть какие там сайты, то есть вот, логистика, расширение, программы, где генерируют супер URL, парсинг позиций. Ну, думаю, многие найдут себе интересные вещи, типа там анализа eBay, ходовых позиций там, и так далее, и так далее. То есть, если у кого-то есть что-то еще, добавляйте, пожалуйста, под в комментариях под этим постом вот здесь вот я потихонечку добавляю, проверяю и добавляю. Часто очень людям, видимо, лень посмотреть, проверить, добавляю то, что уже есть. Вот некоторые вещи я не добавил на свое усмотрение, что считаю есть более лучший аналог, который уже в этом есть списке. Так что буду благодарен всем, кто будет как бы этому участвовать, и буду стараться, если здесь этой шапки не будет, я ее буду переносить в описание, то есть периодически меняя шапку, обновляя, но для этого есть закрепленный пост, как бы основной, главный. Так что пользуйтесь, в принципе, старался сделать как лучше. На самом деле информация, я не знаю, то есть я пересмотрел, можно сказать, все курсы, какие только я знаю, вообще существующие, и были группы у нас, где эти курсы есть, они сейчас есть, мы просто их закрыли. Практически уже забетонировали насмерть. Вот. И здесь именно та информация в сухом остатке, что, мне кажется, любому начинающему продавцу на Амазоне поможет очень сильно. И они, как говорится, систематизированы, оптимизированы. Так что вот так. А теперь, что хотел рассказать по отзывам. Ну, естественно, наша группа по отзывам, если здесь смотреть, это ревью. Ну, то есть у нас ревью группа. То есть заходим. Группа ревью. Кому нужны отзывы, сами хотят делать отзывы, получить отзывы. На данный момент мы делаем до 50 отзывов, не больше. Из-за того, что мы стараемся сохранять рандом. Вот, все те люди, которые вам предлагают, не дай бог, какие-то отзывы в большом количестве, вы их людей этих не знаете, откуда это сообщество людей собралось, это, скорее всего, люди, которые делают отзывы именно виртуальные, то есть программными способами. Я говорю про отзывы с выкупами, без выкупа, неважно. Вот, это опасно. Я могу сразу всем сказать, то есть если кто бы вам не делал отзывы, смотрите, проверяйте аккаунты, чтобы это были живые, нормальные люди. Потому что если будет это все виртуальное, у людей, соответственно, будут виртуальные всякие карточки и так далее, вероятность огромных проблем. Вот, так что, что бы вы ни делали, делайте, естественно, в проверенных местах и конкретно с живыми людьми. Своим друзьям, знакомым знакомых и так далее, если не хотите с нами. Здесь в группе мы абсолютно всем разрешаем предлагать свои услуги, ну, лично свои, не перепродавать, а именно свои. На каких условиях вы хотите делать, на таких и делайте. Вот, и то же самое, делать кому-то отзывы. Платно, бесплатно, отлично ваше дело. Ну, если кому-то нужны отзывы, там, я не знаю, также можете писать, то есть не стесняйтесь, для этого группа и существует. Я только баню закрываю исключительно тех, кто тупо рекламирует услуги. Как мы для этого группы создавали, мы с Сергеем этим занимаемся. Вот. Так что я не вижу смысла разбавлять непонятными людьми, тем более, с которых я отвечать не могу. И еще, да, по ответственности, да, с Сергеем мы как бы за это стараемся работать качественно, максимально проверять людей, все остальное. За всех остальных в группе, естественно, мы сказать ничего ни хорошего, ни плохого не можем, просто мы их не знаем. Вот. Но группа как бы
существует именно для этого, чтобы помогать друг другу, а не для того, чтобы тупо кто-то приходил и здесь рекламу давал своих услуг. Вот, по отзывам я, значит, сказал, как мы их делаем. А теперь хочу углубиться в понимание, что такое отзыв для меня. Первое, и раньше это было, то, что сам непосредственно отзыв для многих – это получение звездочек. То есть там получите 5 звездочек, получите 15 звездочек и запускайте pay-per-click. То есть об этом очень много информации было. Супер беспонтовый, если честно. Вот. Но очень многих это в голову просто как вбито. И гвоздодером не выдернуть этот гвоздь из головы. То есть люди заклинило просто на эти там, 5, 15, 25 отзывов. Конкретно отзывы, сколько у меня отзывов, сколько меня сняли, сколько мне их дали, как мне их купить, бесплатные, платные. Это все бред. Отзывы, они конкретно способствуют только для конечной покупки. То есть человек, когда зашел, посмотрел, зашел на ваш листинг, увидел, какое количество у вас отзывов. Да, они влияют, но я могу сказать, это исключительно вот эти отзывы для по звездам, там 5, 10, 15 отзывов, это исключительно, на мое усмотрение, это те люди, которые, ну я не знаю, там, не понимают, для чего отзывы можно еще использовать. Я всю жизнь занимался, ну в смысле всю жизнь, сколько я на Амазоне занимаюсь, занимался различными способами продвижения, потому что всю жизнь я занимался продажами, и Amazon мне был интересен как механизм, как он работает. Как часовщику интересно, что внутри там происходит. То есть вот эти все взаимоотношения, все причинно-следственные связи и все остальное. Пытался разобраться, что-то научился, чего-то не научился. Ну, процесс идет, Amazon меняется, я меняюсь, знание прибавляется, что-то уходит, что-то уже становится неактуально, а что-то новое приходит. Ну и получается, что такое для меня личный отзыв? Для вас отзыв, как бы, вы сами можете считать, как вы ими пользуетесь. Для меня отзыв – это продвижение исключительно. То есть для меня никогда не было проблем набрать этих отзывов, потому что были и в Америке знакомые, и, грубо говоря, с Сергеем мы начали. Когда у меня были проблемы, он мне помог быстро. И мы от этого и оттолкнулись, и вот ровно 3 месяца уже, потому что мы начали это, получается, 1 октября, примерно там 3 октября. Вот, то есть у нас практически 3 месяца уже будет. Надо бы с ним снять ролик по этому поводу. И получается ситуация такая, что для меня исключительно отзывы – это продвижение. Продвижение в чем? Если вы получаете отзыв без выкупа, ну для чего нужен? Ну, естественно, для того, чтобы закрыть негатив. Но больше ни для чего он не нужен. Для количества еще можно сказать. Да, для количества тоже можно. На старте для количества он актуален. Когда у вас еще нет своих там 50-100 отзывов, в списке и там постоянно что-то чистят, там убирают, то есть да, это нужно. И мы сейчас на данный момент как раз из-за этого и добавили без отзывов, без выкупа отзывы, потому что раньше я был кардинально против, но так как жизнь опять же меняется, мы меняемся, и они себя оправдывают. Когда у вас негатив, утром просыпается, у вас 1, 2, 3, особенно мы когда продвигаем товары активно, агрессивно на первой странице, и людям это, естественно, не нравится, они нас начинают душить. Естественно, такими вот способами. Ну, можно, конечно, переписывать с Амазоном, убирать эти отзывы, но это потеряем время, потеряем, естественно, продаж. Мы сразу 5-10 отзывов просто забиваем и забываем. Ну, боремся с Амазоном, конечно, пытаемся их убрать, но в любом случае у нас негатива практически не остается. Такой отзыв стоит сейчас на данный момент на рынке $5. То есть $5-10 каждому человеку, он высчитывает, сколько ему это выгодно, невыгодно, и он это делает. У нас конкретно это делают живые люди. То есть мы им, естественно, платим за это, они это делают. А с выкупом другая история. Выкуп – это продвижение. Почему продвижение? Потому что если раньше у нас мы давали супер URL динамически и по нему там переходили, некоторые меня заставляли, что они не переходят по каким-то непонятным ссылкам, так они не делают, дайте нам осин. Я им каждому говорил тогда задание. Не хочешь по супер URL заходить? Вот тебе задание, такая страница, иди ищи. И основная масса затыкалась и шли по супер-юрлу, потому что они такие вот грамотные, там туда-сюда, особенно топ-ревьюры. А сейчас у нас так это все автоматизировано, грубо говоря, через Сергея. Большая им за это благодарность, потому что можно в одно место обратиться и голос не забивать. На старте он закрывает полностью все пожелания. То есть, когда он сможет сделать до 100 отзывов, это будет вообще просто. То есть, можно вообще голос себе не забивать никак. И получается у нас такая ситуация, что мы делаем отзыв по конкретным заданиям. У каждого продавца есть свое задание. Кому-то нужно писать отзывы еще
на самого продавца. Кому-то надо писать отзывы на... Ну, точнее, не отзывы, а написать вопрос надо обязательно. Кому-то надо написать или проголосовать за что-то. Кому-то надо добавить в корзину виш-лист, то есть сделать SEO. Мы делаем отзывы SEO продвинутые. То есть правильность отзыв это один из моментов, который там ставит вот эти звездочки. Потом мы делаем SEO и потом делаем продажу. То есть если мы, сейчас модно, очень модно, продвигать товар через тех же, в кавычках, индусов по этой системе. Но индусы, бывает, долго продвигают. Чтобы это ускорить, делайте отзывы. Просто я вот на днях экспериментировал и одну свою фразу выдвигал просто за 2 дня вывел. Делал, я не знаю, там, да, это было скорее, ну, я не помню, 10 тысяч, по-моему, мерчендворк показал. То есть, да, это низкочастотник, вот, но это 2 дня всего. А человек мне этот низкочастотник, когда я перестал продажи делать, он начал у него падать постепенно. То есть вот у этих товарищей, кто продвигал. Так что продажи – это тоже полезное действие. Но это супер полезное действие. Если у нас был супер URL, вот как раз супер полезное действие. Когда мы просто через индусов продвигаем, мы можем ускорить индусов. Можно в таком виде вот работать. Ну, это кому срочно надо, естественно. Кому не срочно, или, например, бывает, вот додавили до второй страницы, а надо там на первую. Или бывает, вы додавили, например, до топ-10, а надо топ-3, например, выйти. Это как раз вот нужны такие вот полезные действия в виде выкупов. Реальных, нормальных выкупов. Вот это самое серьезное полезное действие для Амазона. Вот, это один из моментов. Второй момент, параллельно, когда очень многие спрашивают по продвижению, а как продвигать, куда продвигать, да, выбрали ключевые фразы. Очень мало количества товаров есть ключевые фразы, ну, одна, например, или две. У многих их много, особенно низкочастотных и среднечастотных. То есть я бы посоветовал, если у вас... И когда вы, кстати, товар выбираете, вы не забывайте про продвижение. Про отзывы не забывайте. Очень мало у кого товар просто продается. Да, у кого-то продается. Не забывайте, сейчас Новый год закончится. Вот. И новые товары, когда... Или сейчас очень многие с первым товаром успешно запущены. Имейте в виду, что второй не факт, что вас так легко запустят. Все так пойдет. Конкуренция с каждым днем растет, все изменяется, и без отзывов работать я не знаю как. Вот, из-за этого можно продвигать помимо индусов, не помогать им, например, там сказать, я им и так там, $300 заплатил, или там 200, я не знаю, как договорились. Вот, вы можете продвигать через эти 50 отзывов спокойно. Очень многие среднечастотники или там несколько низкочастотников. То есть выбирайте правильное задание, выбирайте правильные фразы, думайте, считайте, просчитывайте, смотрите, какие средние продажи на первой странице у этих нескольких частотников. Потому что через 50 раздач, в кавычках, продаж, маловероятно, что высокий частотник вылезет. Маловероятно. То есть проще их индусам отдать. Но средний-низкий частотник можно рискнуть. Просто средний частотник не факт, что вы увидите по ситуации, как конкуренция зависит, какое противодействие будет. А по низкочастотникам точно 1, 2, 3. Просто посмотрите, откуда идет хорошая конверсия, хорошие продажи у конкурентов. Посмотрите фразы. Да, есть инструменты, как это узнать. Это Keyword Inspector или Pay-per-click. То есть смотрите, у кого как бюджет, сколько времени, как вы хотите быстро продвигаться, все остальное. Потому что очень много людей обращается по поводу продвижения. Существует 2 вида. Они, я могу сказать, достаточно простые виды. Первый вид, самый дешевый, самый простой, сделать все самому, просто проконсультироваться бесплатно, без каких-либо, и обращайтесь, я что знаю, подскажу. То есть не обязательно ко мне, естественно, обращайтесь к любым людям, задавайте вопросы. Это нормальная консультация, ничего там сложного нет. Очень многие тупо вам помогают делать листинг, выбирают ключевую фразу и запускают индус. Все, очень мало у кого есть возможность еще отзывы подкрепить, но они всегда, у нас нет никакого эксклюзива, из чего всегда к Сергею можете обратиться из любой, так скажем, любого учебного потока, неважно откуда, из интернета, мы это делаем, у нас нет такого эксклюзива для каких-то определенных там людей. Ну вот, так что вперед из песни и запускайтесь. Второй вариант – это нанять какого-то консультанта, потому что сейчас дискуссия по поводу курсов. Свое мнение я уже говорил, я люблю исключительно личные консультации, то есть если человек под названием, там, его фамилия, курс, ну, будь добр, сам его и веди. Вот, а если этому человеку пишут какие-то
вопросы, ну и все остальное, и человека нет, это неэффективно время трата, там, я не знаю, или это человек вообще там в космосе где-то находится, но это не он учит тогда, а учат какие-то непонятные люди, которым он типа доверил. Но если бы он под себя, там, под свою личную гарантию бы поставил этих людей, я могу понять. Это у всех курсы такие. Абсолютно каждый. Из-за этого вы можете только лично с кем-то работать. Вот. И по продвижению, то есть если будет вас консультировать консультант, он просто сделает это все за вас. Не то, что работу сделал за вас, а именно ответит вам на все вот эти вопросы, с которыми, которые у вас возникают. По какой фразе лучше двигать? Сколько фраз двигать? Как там, я не знаю... На какие, ну, я не знаю, короче, какие ресурсы тратить и так далее, и так далее. То есть этот человек вам просто поможет именно продвинуть товар от и до, потому что любой товар, имейте в виду, это не та история, когда вы, я сейчас попробую, если мне не получится, я найму. Но чем вы позже начнете, тем дороже вам выйдет продвижение, потому что первые две недели вам дают фору. Ну, как правило, 10, там, 14 дней, в любом случае, намного дешевле, легче. То есть все, что вы сэкономите, вы просто рискуете, как в рулетку играете. Выстрелит, не выстрелит, там, индусов угадаете, не угадаете. Вот, с более опытным человеком вам это будет просто сделать проще, наверное. Вот, неважно, это я там или кто-то другой. То есть пишите, вот вам группы, пожалуйста, для этого они создаются, только для помощи. Чтобы найти помощника, найти, кто может помочь это все сделать. Так что запускайте все эти процессы сами или с кем-то, не столь важно, весь смысл один, чтобы все сделать правильно, не тормозите и при запуске планируйте это все заранее. Это оптимальный выбор на товар, хорошая маржа, сезонность, это, соответственно, что у нас там, хороший листинг, ну, туда входят и фотографии, и цены, и какие-то преимущества, конкурентные преимущества перед вашими противниками. Вот. Если это все есть, то, соответственно, запускайте какое-то продвижение. Вот. И все, и надейтесь на удачу. В принципе, все. Всем удачи, всем пока. С Новым годом всех наступающим. Вот, чтобы у всех все было хорошо и продажи. Ну, хотя бы, чтобы по 50 с каждого товара в день у вас капало. Всем пока.